Руководство «Трактора» подвело итоги сезона и поздравило игроков и тренеров молодежной команды «Белые медведи» с бронзой чемпионата молодежной хоккейной лиги. Денис Телих, Алексей Петров и Владимир Антипин поблагодарили ребят за хороший сезон и яркий хоккей. Сами хоккеисты не скрывали, что чувство неудовлетворенности, несмотря на успешное выступление в сезоне, у них есть. Ниже уровнем не стали, тем более регулярку выиграли. Конечно, хотелось золота, но что есть, то есть. Я считаю, что не совсем удачно, как бы мы шли к кубку. Мы думали, что у нас есть все шансы. Мы могли выиграть кубок, но нам не хватило чего-то в полуфинале. И мы проиграли и заняли третье место. Как бы, да, мы повторили тот год, тоже бронза, но обидно, очень обидно. Второй год подряд, как бы, опять не выйти в финал. Был хороший вызов в Челмет, меня приглашали в Челмет, ездил в Америку с Red Stars, как бы, но в целом я не совсем доволен. В плей-офф я вообще недоволен своей игрой, мало очков, как плохая статистика. В целом 4. Главный тренер молодежки Анвар Гатиатуллин после завершения фуршета подвел итоги прошедшего сезона и обрисовал перспективы белых медведей в будущем. Начиная с первого дня своей работы здесь, в белых медведях, договаривались с ребятами, чтобы все строилось на взаимоуважении, чтобы атмосфера была всегда доброжелательная, что занимаются все любимым своим делом, растут, следили за порядком. И я считаю, что мне повезло, что мне удалось поработать с первого дня с ребятами, которые сейчас уже на слуху, там и в КХЛ, и некоторые в НХЛ уже проявляют себя, и никаких проблем не возникало, все ребята понимали, что от них требуется, что мы хотим видеть. И, в принципе, эта атмосфера сохранилась по сей день в команде. Видно, что ребята с удовольствием приходили и на тренировки, и тем более на игры, старались. У нас и в том году мы ставили перед командой задачу завоевать Кубок Харламова, но, к сожалению, не получилось. И, соответственно, и в этом году, какие-то факторы не сложились. Проводили анализ, я думаю, наверное, не хватило каждому уверенности в себе, веры в команду, веры в друг друга. И в полуфинальной серии со СКА начинали там, попали в такую нелегкую ситуацию, что две игры на выезде проиграли. Именно дома этой веры не хватило, что веры в друг друга, потому что не смогли показать тот хоккей, который мы показывали на протяжении всего сезона и который хоккей нам приносил успех. Все играли с огромным желанием, все выкладывались по отдаче, никому нет претензий. Единственное, может быть, нас эти два поражения на выезде немножко выхлестнули, и видно было, что у ребят появилась какая-то неуверенность, может, боязнь ошибиться, что вроде 0-2 в серии, нет права на ошибку. Это, наверное, очень сильно давило. Отсюда такой результат. Уходит у нас практически вся команда, наверное, останется с прошлой команды. По крайней мере, начнут предсезонную подготовку. Человек, наверное, 5. Остальные ребята все остаются в системе клуба, всем сделаны предложения. К нам приходят ребята 98-го года рождения, основная часть, и, наверное, костяк их будет составлять команду. И у нас есть еще там ребята 97-й год рождения, на кого мы надеемся, и я считаю, что им по силам будет стать лидерами, заменить тех, кто был лидерами в этом году, и будем готовиться также идти к нашей цели. По моему мнению, стучаться в двери первой команды – это, наверное, Саша Шаров, наш капитан, это Илья Зиновьев, Артем Мелехов, Семен Афанасьевский. Пара защитников у нас, Жульников, Никита с Женей Назаркиным.